Ранее считалось, что концерт в яйце – копия утраченной работы Иеронима Босха, на что указывает и наличие одного из его рисунков, который, возможно, был эскизом к той самой утраченной работе. Тогда при копировании допускались вольности, поэтому некоторые детали на рисунке и картине заметно отличаются. Картина, однако, точно появилась уже после смерти Босха, хотя бы потому, что изображены на ней ноты произведения фламандского композитора Томаса Крикелона, который он создал в 1549 году, некая песня для четырех голосов. Возможно, художник, делавший копию, по каким-то причинам не смог разобрать нот на полотне Босха и взял первые попавшиеся современные. Работа была куплена в 1890 году за 400 франков для музея изящных искусств Лиля у одного парижского арт-дилера. Картина в настоящее время экспонируется в музее изящных искусств в Лиле, однако происхождение ее по-прежнему до конца не ясно. Как и многие другие работы Босха, это, возможно, содержит намек на алхимические опыты. Так все, что надо ставить в атанар, печь у алхимиков, следовало загрузить сосуды, форма которых имеет большое значение. Изображением герметически закрытого сосуда было и философское яйцо, занимающее большое место в картинах художника. Примером может служить и концерт в яйце. К тому же концерт в яйце, кажется, связывает музыку с алхимией, но этот концерт на деле не слишком музыкален. Инструменты имеют здесь лишь символический смысл, зависящий от их формы и положения. В ранних картинах интонация художника скорее ироническая, чем гневная. Алхимия видится художнику как глупость одних и жульничество других, и тут она представлена карикатурно, сатирически. Группа певцов образует желток яйца, символизирующий сборище деревенщин. Яйцо на траве занимает центральное пространство. 10 человек, поющих и музицирующих, точно и увлеченно следуют разложенной перед ними партитуре. Один из певцов настолько увлечен своими песнями, что он не замечает, что у него срезает кошелек какой-то чертик. В целом, сцена напоминает сюжет «Корабля дураков». Слева висит плетеная корзина в виде натюрморта и напитки, и продукты питания, которые спокойно прилетают поклевать птицы. Очевидно, это символ избытка. А вот слева внизу горит адский огонь. На картине полно и прочих, характерных для живописи Босха, символов. Сова, аист, обезьянка с флейтой и так далее.